Многие из сегодняшних наших знакомых стали нашими друзьями, наши называют даже нас уже родственниками. Это вообще здорово, потому что вот давайте все скажем друг другу, что мы любим сегодня друг друга. Просто три слова. Я тебя люблю. Вот просто так. Я тебя люблю. Я тебя друг другу сказать, все вместе признаться. Три, я тебя люблю. И, конечно же, наша песня только о любви. Написала ее для своего мужа. Называется «Идти к тебе», потому что любовь – это бесконечное движение навстречу друг другу. Среди нас много психологов, которые могут это подтвердить. Поэтому для всех, кто любит и любим, в этот чудесный вечер «Идти к тебе». Друзья, мы не сидим на месте. Это «Токсикоз».